Цирковая сказка под названием «Тайны ледяного замка» длится почти 2,5 часа. За это время дети и их родители оказываются и в экзотическом мире животных, и в увлекательном веселом мире клоунов, и в сказочном цирковом мире акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов. Мы старались для детей сделать сказочный цирк. А когда сказочный цирк, дети удивляются. А удивлялись дети всему, что происходило на арене цирка, потрясающий своим масштабом конный аттракцион под руководством легенды мирового цирка, лауреата госпремии Тамерлана Нукзарова. Джигиты, африканские леопарды, медведи, озорные пудели и грациозные лошади. Животные – это наши партнеры. Они как люди у нас, мы так о них заботимся, потому что дрессировка – это очень трудное дело. И долгая. А веселый праздник продолжает клоунский дуэт «Бутанти». Захватывающий сюжет с массой приключений держит все время зрителя в напряжении. А невероятные декорации и потрясающие костюмы создают атмосферу волшебства. Эти костюмы нужно всегда содержать в полной чистоте, расшивать их, камушки. Это все, так как мы работаем на лошадях и с лошадьми, естественно, это все стирается, и блестки, и камушки, и приходится это все обшивать. Ну и какое же представление без Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков и самого Нового года. Встречаем юный новый 2018 год! Зимняя сказка на арене сочинского цирка продлится до 14 января. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.